Он поехал еще на велосипеде. Я немножко страшновато, конечно, но достал уже. Как отлично. Сейчас небольшой дочек этого дрона, на самом деле. Он до этого сколько штукал? У тебя много раз падал. Да, да. Там на нем уже есть трещины, небольшие заломчики, потому что, сами понимаете, первый дрон. Поэтому не покупайте слишком дорогие, потому что падение однозначно будет. Да, вначале, я думаю, надо попробовать какого-то простенького дрончика, как следует научиться управлять. Да, да, можно, да. Выключить. Но обязательно покупайте, чтобы у него был GPS, чтобы он держал высоту. Это вам будет удобно, как спасение, да? Если вы потеряете дрон. Слышите, как трещит? Проект можно получить. На самом деле здесь лед самый тонкий, потому что он здесь замерз в последний момент. Самый последний момент. А теперь мы едем обратно. Ох, как он трещит-то, а?